Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем тему передачи «Станислав Станишевский. Анализ рынка акций и фьючерсов». Станислав, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Добрый день всем! Так, сейчас запустим демонстрацию. Да, давайте посмотрим, что интересного на рынке. Большинство инструментов, конечно, с гэпом, с таким приличным открылось, и в целом каких-то пока сильно интересных точек входа на рынке не было. Вот, ну, возможно, на основной сессии, то есть по инструментам наблюдаю, пока может что-то и сформируется. Что касается индекса РТС, тоже пробили уровень 111.500 сразу с гэпом. В целом восходящий тренд неплохой, поэтому, естественно, я пока работаю только от лонга, и лонги буду открывать либо при уходе повторно за максимум сегодняшнего дня, это 114.680, либо, соответственно, как вариант при формировании какого-то уровня поддержки, то есть, возможно, в районе 113.800, то есть пока наблюдаю за инструментом. В целом потенциал движения вообще считаю достаточно неплохой, то есть если движение продолжится, то есть на всплеске объемов 114-680 пройдем, то можем неплохо как бы на сегодня сходить. Ну, единственное, тут нужно быть опять же аккуратным, то что психологический уровень 115, как бы психологические уровни ровные, то есть 110, 115, 120, я всегда на них обращаю внимание, скажем, если вблизи такой уровень, я стараюсь позицию не открывать, поэтому повнимательнее нужно быть. Что касается Сбербанка, тоже ждал пробоя уровня 170, сегодня как раз его тоже на гэпе, на таком хорошем, прошли очень быстро, поэтому точки входа особо у меня не сформировалось. В целом сейчас такая небольшая консолидация наметилась, но опять же восходящий тренд неплохой, поэтому в целом я ожидаю продолжения движения, то есть ну, сейчас пока по таймингу не торгую, но опять же на основной сессии буду искать точки входа, то есть, возможно, при пробое уровня 17.510, опять же, если пробьем, закрепимся, то вполне может быть, что движение усилится. Что касается «Газпрома», ну, на данный момент по «Газпрому» я нахожусь в лонговой позиции, ну, если брать краткосрочный счет, поэтому в целом, ожидая продолжения движения, как вариант интрадея, то есть сейчас переключимся на часовик, то есть у нас был сильный уровень 15500, это опять же максимум, от которых слом произошел 6 числа, это общий максимум за этот год у нас, и поэтому на часовике, кстати, произошел пробой, полноценный ретест этого уровня. То есть, если переключимся на 5-минутку, здесь небольшой ложный пробой был и в целом возврат и ретест опять же. Поэтому точка в целом давал инструмент точку входа. Кто в позицию не вошел, в целом повторно можно рассмотреть заход при уходе за 15600. Ну, лично я, допустим, вот на краткосрочном счете, когда инструмент пробьет этот уровень, стоп буду подтягивать в район 15570, поэтому тоже пока наблюдаю. Что касается доллара-рубля, тут на данный момент по точкам входа не сильно понятно. Инструмент у нас, я отмечал этот уровень минимума, был в районе 62700. Сейчас переключимся на дневки, посмотрим его. То есть вот он минимум, опять же, этого года, минимум октября. Слом движения с уровня произошел, то есть уровень очень сильный. Произошел пробой как раз вот у нас, так, сейчас 5-минутки вернемся, то есть 9 числа произошел пробой, ну там движение так и не началось полноценно, и в целом сегодня с гэпом открылись, и инструмент сразу начал падать, поэтому лично у меня вот внутри дня я в точку входа не выполнил по инструменту, пока наблюдаю, то есть я бы сейчас уже в позицию пока не начал входить, не входил бы. То есть ждал подтверждения уровня либо 61, то есть если постоим здесь, полноценный уровень проторгуется, консолидация образуется, чтобы опять же четко на пробои заходить. Вот пока только наблюдаю. То есть если сейчас, допустим, пройдем его, начнем падать, я опять же вход не буду выполнять. Но если постоим еще в течение 2-3 часов, то возможно буду открывать шорты при пробое закрепления.
либо дожидаться какого-то отката в район 61-600. Ну, в любом случае, пока только шорта работаю, лонги не рассматриваю. То же самое в целом и по нефти. Знаю, многие пытались шортить инструмент, но в целом я не рекомендовал это делать. Вот у нас хороший восходящий тренд уже достаточно давно. Сегодня, опять же, на гэпах ушли за все максимум, поэтому я бы только от лонга опять бы рассматривал этот инструмент, то есть шорты не рассматривал. В целом тут лонги повторно я бы стал открывать только при пробое уровня 57,2. То есть вполне вероятно, конечно, мы сейчас в такой длительный флет уйдем по инструменту. Вот. Но в целом я считаю, что если опять за максимум идем, то вполне вероятно, что движение продолжится. Поэтому тоже только от лонга работаю. Что касается золота, тоже неплохой нисходящий тренд достаточно по инструменту. Тут вот неплохие объемы проходили очень сильно, то есть, возможно, часть позиций фиксировали, и после чего небольшой откат произошел. Поэтому я бы вот пробой данного уровня рассматривал для возобновления шортов, открытия шортов. Вот. Но опять же, тоже наблюдая, если уровень подтвердится, при пробое закрепления я лично буду рассматривать шорты. Опять же, от покупок работать не буду. То есть, что касается на часовике, тоже тренд очень хорошо просматривается, нисходящий. В том числе вот был, я отмечал минимум, сильный уровень в районе 1.162. Ну и в целом мы его пробили и начали валиться. В диапазоне стояли достаточно долго в этом, поэтому само падение не очень большое при выходе из диапазона. И в целом я считаю, что вот если указанный мной уровень пробьем, то можно шорты повторно открывать, искать точку входа. Что касается по евро-доллару, возьмем часовой таймфрейм, у нас был очень сильный уровень в районе 1.053, поэтому тут как вариант можно было рассматривать либо при пробое закрепления открытия шортов, ну либо, соответственно, если мы будем возвращаться к этому уровню, будем его пробивать, то можно рассматривать открытие шортов. Ну, либо как вариант, то есть лонги, сейчас переключимся на 5-минутку, то есть от уровня 1.054 открытие длинных позиций можно было пробовать с достаточно коротким стопом. Вот, ну, поэтому лично я пока ожидаю именно для шорта, ищу точки входа, лонги я не открывал. Поэтому кто в лонге в целом, то позицию, я считаю, можно протягивать. Я бы на данный момент стоп бы потянул в район 1.057. Если уйдем за уровень, так сейчас вернемся к 5-минуткам, то есть если уйдем в район 1.065, вообще цель я бы поставил 1.065 первую для тех, кто лонги открывал по инструменту. Вот до сюда, я считаю, вполне можем дойти. Что касается акций, возьмем Алросу, то есть инструмент интересен опять же тем, что, сейчас переключимся на часовой таймфрейм, вблизи сильных уровней их очень стоит, то есть 94,6 это максимум декабря, в октябре подходили к этому уровню, то есть слом движения опять же произошел, уровень очень сильный, поэтому можно ждать точку входа, соответственно вот он 94,6. При пробое закреплении можно открывать лонги, в том числе и краткосрочно, я считаю. Либо, как вариант для тех, кто на отбой опять же торгует, можно пробовать отсюда заходить из этой зоны с коротким стопом. Так, следующий инструмент. Лукойл тоже очень неплохо растет. Давал неплохие точки входа, в том числе и при пробое уровня 3.330 у нас получается, но на данный момент немного откатились, оставил большую тень такую, если на часовом таймфрейме посмотреть. Поэтому сейчас уже, конечно, на данный момент я бы вне позиции по инструменту находился, то есть какие-то повторные лонги бы рассматривал только, соответственно, при уходе за уровень 3.420, но это в целом вообще в перспективе на эту неделю.
Так, что касается Русгидро, возьмем часовой таймфрейм. Опять же, тоже интересный инструмент, находится в очень сильном тренде и за последнее время давал неплохие точки входа. Поэтому стоит понаблюдать за ним. На данный момент я бы открывал повторно лонги при уходе за максимум 0.99, поэтому вполне движение может усилиться. Тоже пока слежу за этим инструментом. Так, следующее это Россети. Возьмем 5-минутный таймфрейм. То есть я на сегодняшний момент отмечал уровень 1.320. 3, ну, тут точка входа не сформировалась, то есть полноценного пробоя не произошло. Небольшой перехай был, и в целом инструмент вернулся обратно в диапазон, поэтому тоже не восходящий тренд сильно по инструменту. Я бы присмотрелся к нему при уходе за 1.330 и закреплении. Я бы повторно открывал лонги. Потенциал движения тоже по инструменту достаточно неплохой. То есть вот у нас дневной таймфрейм. Опять же, сильных уровней никаких сверху нету, поэтому стоит рассмотреть. Ну и интересная ситуация, опять же, по Мечелу. То есть у нас очень сильный всплеск объемов по нему был. Сейчас инструмент растет уже 13%. Поэтому в рамках, опять же, вот скальперских каких-то сделок вполне можно присмотреться к этому инструменту. Очень сильный всплеск, конечно. В том числе можно поискать контртрендовую точку входа. Инструмент в разы превысил АТР. Вот, и в целом, допустим, так, сейчас. У нас есть уровень 185, то есть если рассматривать полноценное открытие лонгов, в том числе краткосрок, я бы присмотрелся к этому инструменту. Если закрепимся и удержимся, ну, опять же, это в перспективе на этой неделе, возможно, завтра ретест этого уровня произойдет, то можно попробовать отсюда совершать покупки. Потенциал движения может быть до максимума, то есть в район 215-220. Вот в целом такие Понятно. мысли. Понял вас, Станислав. Спасибо большое. Владимир спрашивает вас. Здравствуйте. Где видите цель по Газпрому? Так, ну сейчас запущу еще разок. По Газпрому фьючерсу, я так понял, да? Ну, если касательно, лично я вот, то есть позиции пока нахожусь на данный момент, сверху каких-то сильных уровней я не наблюдаю, поэтому я лично буду тянуть, то есть это в район 16 тысяч. Первая цель вполне, вот я считаю, может отыграть. Поэтому 16 тысяч, скажем, это вот у меня первая цель для краткосрока, докуда я буду стараться протягивать позицию. Там уже посмотрим. Поняли вас, спасибо большое. Станислав, как будете действовать в среду на решение ФРС по ставке? Как-то на вашу, и в целом, на ваш взгляд, на российский рынок будет какое-то немедленное действие? Да, это вечером будет 22:00, но, допустим, фьючерсы еще будут работать. Как будете себя вести? Или, может быть, вообще никак внимания обращать не будете? Ну, я лично просто не буду, вообще не планирую в этот день, особенно вечером, торговать. Я уже посмотрю по результатам, какое решение примут, и в четверг, соответственно, уже буду наблюдать за рынком и в рамках системы также искать точки входа. Естественно, перед этими новостями я в позицию просто лезть не буду. Ну, как бы, какая реакция будет, тут предсказать невозможно. Ясненько, понял вас. Хорошо, Станислав, спасибо вам большое за ваш обзор, ответы на вопросы. Вам хорошего дня, удачи на рынке. Спасибо, до свидания. До свидания.